Ну вот. И еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ – работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мундиры. Это все из-за рабов? Элли. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддоку. Когда не служу вам, конечно. Питкерн, вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Французов и англичан на границе приведут к войне. Полегче!
Участились стычки на границе. Французы и англичане привлекают индейцев. Что, смотришь на мои яблочки? Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Кандалы их всех. Пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Если вы неспроста учинили этот бедлам, чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме!